Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня пришла мне долгожданная посылочка с магазина «Я моделист», за что им огромная благодарность. Пришла огромная необъятная коробка, пришлось содержимое выложить, положить на стол, и все равно практически не влазит в объектив. Сейчас я распакую и начнем обзор содержимого посылки. Кому интересно, оставайтесь с нами. В посылке прибыло 3 коробочки с краской и лаками и 3 коробки с моделями. Модели рассмотрим позже. Сейчас начнем более с мелкого. Краска Мистер Хобби H302, зеленая. H20 Мистер Хобби лак матовый. Вторая баночка матового лака H20. Наконец-то дождался H79 от Мистер Хобби. Хорошая краска для пустынной техники. Очень такой достоверный цвет. XF1 от Tamiya. Матовый черный. И XF86. Матовый лак от Tamiya. Лаки в нашем деле очень нужны и всегда быстро заканчиваются. Очень понравился мне вот этот клей. Уже закончился, и я себе заказал вторую бутылку. Что приятно с ним работать, очень быстро испаряется и на пластике не оставляет следов. Но при этом очень хорошо растворяет пластик и склеивает его. Супер текучка от Мистер Хобби. Так, здесь маркировки не видно. Заклеено наклейкой. Ну, тоже зеленый цвет. И полуматовый лак от Tamiya X35. Как видите, в основном я сделал упор на лаки. Глянцевый лак от Tamiya X22. Полуматовый X35. Глянцевый X22. H18 от Мистер Хобби. Сталь. H72. H79 пустынный. А это вспомнил. H72 это земляной цвет. Обзор красочек прошел. Теперь начнем обозревать модели. Пришла вот такая отличная коробочка от фирмы Tiger Model с BMPT-72 Terminator 2. Отличная, интересная модель. Как видите, полная коробка литников. Обзоры пришедших моделей с
скоро будут на канале Я Моделист, ну и соответственно на моем канале. Вот только с какой начать, с первой еще не определился. БМПТ Терминатор от фирмы Мэнк. Тоже коробка наполнена под завязку. Интересная, отличная модель с рабочими траками. И отличная модель новинки 2017 года Т-72Б1. Модель очень интересна мне, так как я ее хочу делать в белорусском камуфляже, который был на параде 2017 года. Чем еще примечателен этот танк, что на параде, перед парадом он снес столб. Вот такие, друзья, коробочки и модели мне прибыли с магазина Я Моделист. Большое им спасибо. Очень быстрая доставка. Доставляют ко мне фирма СДЭК. И доставка более 5 дней не занимает времени. Поэтому советую, рекомендую. Отличный магазин, отличная доставка и очень большой ассортимент товаров. Спасибо вам, друзья, за просмотр. Спасибо за комментарии. Спасибо за поддержку каналу. Всех благ вам и вашим близким, друзья.